Всем здорово, с вами Денёк Пенёк, и сегодня я покажу вам, как нафармить монет в Minecraft сервере Dead World. Для этого нужно приложение Minecraft и сам автоматический кликер, чтобы нафармить денег. Как бы вы уже поняли, но я все равно вам объясню еще. Заходим в Minecraft. Заходим. У нас заходится, вот у нас зашелся. Запись идет. Так, вот, берем. Вот, видите, у нас тут уже, ну, как бы, сделайте три таких вот палочки, и все. И все, и вы, как бы, теперь можете за часик заработать себе состояние. Можете себе сделать, например, 5 кнопочек, 6 кнопочек, я не знаю, столько вот можете кнопочек сделать, чтобы вы вообще были самими гатами. Ну, как бы, максимум 3 кнопочки будут, потому что... вылетает всегда. Вот сейчас у меня... Я сейчас могу поставить несколько кнопочек. Например, 4-5 единиц. Эти все удалить просто. Короче, вы как бы поняли уже, ну, как именно нафармить денег. Это, ну, как бы легко просто. Если у вас есть там какой-нибудь другой телефон, вы можете в него там поиграть. А так вот, как бы, такой хороший заработок денег. Я не знаю, что будете их тратить, если что. Ну, я буду тратить на продажу аккаунтов вообще. Свою гриферскую базу построю. Если кто-то хочет в мою гриферскую базу, можете вступать. Писать в комментариях. Если возникли какие-то проблемы, можете писать в комментариях. Можете писать, ну, в комментариях, если какие-то проблемы. Я все вам объясню и все покажу, как делать. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем пока. Подписывайтесь, не забудь.